Когда я работаю со студентами, я точно знаю, на что у них направлен фокус внимания, что они слышат, какие у них проблемы и где зажатости в мускулах. Нам удается очень легко это все убрать, и остается только наслаждаться творчеством. Моя методика направлена на целостное восприятие музыки, на ощущение себя, на игру в энергетическом потоке, на осознанное владение своим телом. Меня зовут Елена Нестеренко, и я концертирующая пианистка, и с 30 лет своей концертной деятельности я значительную часть уделяю педагогике, передаче своих знаний, опыта и любви к музыке. Я работала с известными музыкантами, с композиторами, и поэтому накопила колоссальный опыт и осознание. Я уверена, что я смогу передать этот опыт и вам, и мою любовь к музыке. Приходите на наши прямые эфиры, я буду очень-очень рада.